течение месяца в республике проводились мероприятия по развитию бурятского языка. Диктанты, викторины, челленджи, конкурсы и выставки. Завершающим мероприятием стал концерт с участием артистов, мастеров искусств и народного творчества Бурятии. На концерте объявили победителей ежегодной премии главы республики за вклад в развитие бурятского языка. В этом году в конкурсе выиграли 22 номинанта. Среди них город Улан-Удэ. Конечно, мы уделяем огромное внимание изучению бурятского языка. Не просто изучению, а сохранению и развитию. И грант, который сегодня город Улан-Удэ получил, как раз-таки за развитие бурятского языка. У нас детские садики начинают работать с детишками самых малых лет. В школах у нас тоже есть углубленное изучение бурятского языка, а кроме того мы проводим и выставки, и квесты, и всевозможные мероприятия как раз-таки для того, чтобы молодежь вовлечь, чтобы старшее поколение могло показать, подсказать, вовлечь в культуру и историю нашей родной Бурятии. Дашиман Анзаде обучает детей уже более 35 лет. Даже после выхода на пенсию она продолжает развивать родной язык. Педагог даже выпустила свой учебник. На бурятском языке и стихи учим, и сказки. И этот, на бурятском языке устно, чтобы они говорили. Разговорный бурятский язык мы развиваем. Ага. Самое главное, чтобы ребенок научился говорить свой родной язык. Все национальности должны изучать и знать, и передавать своим детям. Лучшим дошкольным образовательным учреждением с погружением в бурятскую языковую среду признан детский сад «Зорька». Уже более 9 лет наш детский сад углубленно занимается изучением бурятского языка в детском саду. На сегодняшний день у нас создана команда профессионалов. Это 6 воспитателей, учитель бурятского языка, специалисты. Мы глубоко уважаем историю, традиции родного бурятского народа и поэтому с таким трепетом относимся к этой работе. Мы считаем это очень важным. Глава подчеркнул, что помимо обучения в детском саду, в школе важно, чтобы в семье с детьми общались на родном языке. Сохранять язык – это сохранять народ. Мы разные понимаем программы, решения, телевидение, радио, печатную продукцию. Уроки в школе, языковые группы в детском саду. Но каждый раз мы об этом говорим, будем говорить, ничто не заменит общение в семье. Праздник проводится уже в 19-й раз в целях популяризации бурятского языка и повышения его статуса как одного из двух государственных. Андрей Слепнев, Валентина Цыбикова, Баток Гармын. Новости дня.